Всем привет, меня зовут Константин, мы продолжаем проходить Dark Souls. В прошлой серии мы пробежали большую часть нарисованного мира. Я думаю, в этой серии мы закончим с ним. Собственно говоря, мы вернулись с нашего костра. Сжигать костер пока что я не хочу, потому что, в общем, кажется, что мы справимся и прекрасно с 5 фласками. Вроде здесь враги для нас... довольно, блин, ну вот, так вот всегда скажешь, взять какая-нибудь зараза ранит. Ну, убивают все довольно неплохо. Доспехи, если сейчас какие-нибудь одеть, потому что внизу будут драные скелеты. Не особо хочется с ними. Потому что урон от них не дают физически. Так, давайте шлем... Блин, серебряного рыцаря не так много и повышает-то на самом деле. Давайте из черного железа оденем. Угу. По-моему, яда здесь сейчас не будет. Давайте кольцо баланса оденем. Угу, вот так вот. Я думаю, нормально. Что у нас там? Перегруза нет. Вот и хорошо. О, смотрите, как хорошо мы тут же стали держать. А этих надо валить. Нефиг. Здесь нету. Где-то здесь я в прошлый раз находил иллюзорную стену. Давайте подлечимся на всякий случай. Нам тут нужно нажать на какой-то рычаг. Вспомнил. О! Вот тут я нажал. Да что ты? Есть. Оригинально, конечно. Скелет, привязанный к лесу. О, ты что тут делаешь? Неожиданно. Душа отважного воина. Ой. Блин, вот вы умеете неожиданно вываливаться, да? Давайте подлечимся на всякий случай. Они жизнь довольно прилично отнимают, несмотря ни на что. Держим. Угу. Есть такое дело. Будет скелеты. А, вот тут самый рычаг, по-моему. Давайте посмотрим, что тут сейчас будет. Печальная статуя, конечно. Ну вот и нас, нам открылись путь к боссу нарисованного мира. Там такая королева, симпатичная. Можно ее не убить, она тебя спросит. Ну. Угу. Давайте выбираться отсюда. Здесь где-то еще, по-моему. Откуда у вас тут столько развелось, а? Ну, тут, кстати, какой-то проход наверх. Ну, правда, всего одна лечилка. Тут, по-моему, тупиковая ветвь, но давайте все-таки сходим, посмотрим.
Я не помню. Лезут, лезут. Тут стреляет еще. Лучник он стоит. Да вот и меня напугали. О, смотри, что тут можно сделать. Что-то сбросили труп с каким-то чем-то вкусным внутри. Вечность, смотрите, лишнего не будет, верно? Так, ну что, я думаю, пойдем, наверное, к боссу. Там, правда, пара сюрпризов нас будет ожидать. Так, нам хватит уровень поднять? Да, нам хватит уровень поднять, давайте до 20 силы поднимем. Так, на боссе нам, там, по-моему, что-то нужно будет, то ли от проклятий. Проклятие, по-моему, сопротивление надо будет. Сейчас не вспомню никак. Что-то я там... Что я там одевал? То ли от яда. Давайте от яда оденемся. Оденем нас черный. Вот так, наверное, и пойдем. А, кольцо только еще. От яда на всякий случай. Оденем. Вот и вот и ладненько. Ну, нам заодно полегче. Пойдем аккуратно. Оббегаем слизняков, нам прямо туда. Тут, конечно, можно было бы еще немножко побородить. Я правда без энтузиазма как-то, потому что, по-моему, больше ничего полезного здесь и не найдем. Вверху там какие-то горгульи, что-то. Лучше побыстрее отсюда уйти, сэкономим время. Да, вот сюрприз номер раз. Там такое дерзкий. Давайте оденем. Что тут у меня есть такое подозрение, что не просто так нам дали на сопротивление проклятием. Угу. Клирика. А, кстати, костюм одного из торговцев, которому, кстати, покупали кольцо. Да, вон там сзади уже толпа. О, нас уже заметил дядька. Мы уже с тобой встречались таким. Да что ты говоришь? Подожди, подожди. Слушай, трубку-то, а? Ну, как ни странно, ничего серьезного себя не представляет. Большой сколк титанит с него только упал. Так, что у нас теперь? Сопротивление проклят... Ну, не знаю, какое-то прям ну, очень мне сомнительное. Я вот, ну, не помню. Давайте все-таки оденем на баланс. Доспехи как таковые не будем одевать. Сейчас посмотрим, что к чему. Человечность, ну да. С кого-то из них выпало.
Проклять. Ну, блин, ладно. Пойдем. Сейчас босс на нас сначала не нападет. Вот такая вот девушка красивая. Who art thou? One of us thou art not. If thou hast been stepped into this world, if thou seekest art, thine desires shall. Да, собственно говоря. Thou must return. This land is peaceful. It's an I. Да, вот, к сожалению, не хочется ее убивать. Она очень красивая. И она вообще говорит, что, собственно говоря, здесь пристанище для доброты и так далее. Хотя, правда, по здешним жителям не скажешь. Ну, давайте попробуем ее убить. Все-таки не для того пришли, верно? Собственно говоря, она исчезла. Наша задача смотреть по снегу. А, про кровотечение здесь, понятно. Блин, не вижу следов. А, вот она, вот она, вот она. Потеря крови пошла, пошла. Все. Я же говорил, что что-то здесь не то. Нам нужно сопротивление кровотечению сейчас одеться. Так, давайте посмотрим, что у нас вообще есть. Сопротивление кровотечением. Так, 12, 13, 22. Будет у нас такой сейчас сыр-набор. Угу. 22, 40, 43, 45 что-то было. А, ну это хавель. Нет, хавель одевать не буду. Давайте один вот эти доспехи. Так, дальше пошли. 14, 25. Угу. Кольца на сопротивление кровотечением у нас, по-моему, нету. Да. Такой вот у нас сыр-набор получился. Ну ничего. Там главное пропалить ее следы, ставить щит, а когда по ней несколько раз хорошо запундютишь, она становится видимой. Девушка с косой. Каждый раз, я первый раз, по-моему, когда я убивал, тоже думаю, что-то с ней не то, что-то не то. Думаю, что же она делает, то ли кровотечение, то ли проклятие, то ли яд. Каждый раз забываю. Слышишь? Ты спокойно, 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 спокойно. Не пойдет. Дай пройти, а? Ты какой, надо более свободно. Иди сюда, с тобой тут более удобно сражаться. Планец. Рука медленно отдыхает от того, что у нас столько надето.
Опять большая скорость. Ну почти постоянно он что ли падает. Что у нас там сколько баланс-то? 97, нормально. Я думаю, сейчас будет лучше. Так, попытка номер два. Так, смотрим. Угу, вижу. Больно, слушай, даже мое сопротивление так просто не спасает. Ну, удары у нее сносят, конечно, очень хорошо. Присцилла полукровка. Кто она, интересно? Полукто? Полудракон? Из ее души, кстати, по-моему, двойная человечность. Можно сделать косу какую-то. Так, давайте обратно переоденемся. Не хочу в таком сыр-наборе ходить. Не нравится. Уж лучше черный балах надеть. Черные лосины это не стоит. Пьесы. Получили 40 тысяч душ. Ну и все, пойдем отсюда. Вот только таким вот образом отсюда можно выбраться. Ну, конечно, можно было не убивать ее, а просто сюда пробежать и спрыгнуть. Мы тоже отсюда вышли бы. Вот только бежать потом опять бы пришлось все заново. Ну, конечно, вообще, наверное, логичнее было бы пойти в этот мир, нарисованный до убийства Арштейна и Смоуга, судя по тому, насколько здесь все... В принципе, несложно. Ну, зато душ не собирали. Тоже неплохо. Сейчас потихонечку по краешку пробежимся. Сейчас, я думаю, еще пару уровней поднимем. Там вроде душа еще что-то была. Ловкость тоже влияет на силу удара, на некоторое оружие очень хорошо. Добрый вечер. Ох, что-то выпало опять ножи. Живописный меч. Ну. Ребят, куда вы лезете? Куда? Куда? Что вам нужно? Непонятно. Можно щит наш прокачать. Сейчас пойдем к костру. Правда, не знаю которому. Ну, сейчас что-нибудь посмотрим. Щит у нас вроде пока что держит нормально все. Так, да, наверное, пойдемте туда. Так, ну что у нас следующее по плану? Я так полагаю, наверное... Можно пойти убить Сифа. Потом пойдем либо на кладбище, либо пойдем в страну призраков. Посмотрим, собственно говоря. У нас, кстати, еще подземелье есть, про которое я вообще забыл. Которое сразу после Квилак идет. Так.
Так, что, давайте. А, новый уровень. А, две ловкости поднимем. Я думаю, нормально. Угу. Так, ну что, к какому костру пойдем сейчас? Будем пытаться Сифа убить или нет? Давайте перенесемся. Ну, отсюда теперь можно в нарисованный мир уйти. Так, в глубины, дочь хаоса. Был там, кстати, один полубосс такой. Тоже убить бы его. Храм огня. Давайте в храм огня. Там будет сейчас один новый персонаж. С ним все равно рано или поздно надо будет поговорить. Башка там такая сейчас выглядит. Жуткая. Давайте здесь отдохнем. Ничего нового не скажешь. Did you ring the second bell? That is incredible, I must say. It's noisy. This is no laughing. Новая проблема. Тут у нас что к чему? Живая, хорошо. Что, кстати, почему? Может, поговоришь наконец со мной? Он не хочет говорить. Нам бы усилить фляги с Эстусом. Пока вроде так справляемся. Пиромант сидит. О, вон та самая голова. Ну что, привет. А, hello. Was it you who rang the bell of awakening? I am the primordial serpent, King Seeker Frapt, close friend of the great Lord Gwyn. Chosen undead, who has rung the bell of awakening, I wish to elucidate your fate and the very reason your kind have appeared. Chosen undead, your fate is to succeed the great Lord Gwyn, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. Now, let us take that vessel on a journey. I assume that you are ready. Now, be still. Да, вот эта голова нас странным образом будет перемещать. This is the Firelink Chamber for the successor of Lord Gwyn. Now, place the Lord vessel on the altar. Поставим чашу. Я, насколько помню, сейчас нам должны открыться новые пути. Там желтые стены такие были, я вроде вам их не показывал, но они не давали пройти в некоторые места. Сейчас они должны исчезнуть. Вот это Анорлонда. Я говорил, когда первый раз туда пришел, что есть такое место, куда пройти. Вот это у нас идет в подземелье в глубоком. Так, отдохнуть великой чаши. Поднести души, душни для подношений. Ну, кстати, починить тут надо, наверное, что-нибудь уже. Да. Давайте лук починим. И щит починим. Thank you.
давайте перенесемся отсюда. Так, храм огня нам больше не надо, насколько я помню. Давайте в уезд нежить пойдем. Так, собственно говоря, зачем мы приперли сюда? Я, наверное, сейчас хочу попробовать убить Сифа. Не факт, что мы его сейчас убьем. Но попытка не пытка. Он тяжелый босс. Можно, кстати, сократить к нему путь, купив за 20 тысяч душ у кузнеца ключик от двери. Ну, я этого не делал, все-таки 20 тысяч душ мне были дороги. Ну, потому что лишний раз я не хотел никуда так. Угу. Схватил сладкого. Опять идем сюда. Давно мы тут не были, честно сказать, с нашей последней встречи с Гидрой. Мы изрядно прокачались. Так, значит, что нам теперь нужно? Чтобы попасть к Сифу, мы сейчас должны пробежать на то место, где была Гидра. После чего там поднимаемся по лестнице, и нам придется пробиться через котов. Там такие коты. Парочка. Я таких больше за игру не встречал. Они охраняют лес. Пока что мы еще не вступили. Скажем так. Ну, слабости к электричеству, это хорошо. Значит, все будет быстрее, чем я думал. Так, бежишь ты тут за мной. Да, я не тебя, да. Тут мы когда-то дрались с Гидрой. В принципе, не так давно. В серии. 6 надо, не помню точно. Ну, давай сбегаем. Вот, так вот коты. Их там два. Довольно злые, но есть, в принципе, простой способ их убить. Сейчас прямо покажу. Как назло, конечно же, меня могут убить. Какая длинная лестница, да? Вот, как только мы их убиваем, там немножко пройти. Мы сможем открыть ворота, по-моему, с той стороны. Вот там. Чуть ближе, да, их поднимем. Кстати, обидно будет, если мы не сможем их открыть, потому что придется каждый раз такой путь убежать. И, по-моему, будет проще тогда набрать 20 тысяч душ по-быстрому. Потому что, не знаю, я не знаю, сколько у меня будет попыток убивать его. Сейчас, по идее, мы достаточно раскачались для того, чтобы с ним драться. Так, туда нам пока не надо. Пойдем сюда. Здесь сейчас будут коты, собственно говоря. Те самые. Ну что, живность. Ну, ну, давай, 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 давай.
У них слабость, они не могут из этого леса уйти. Только здесь. Тут сейчас второй должен быть еще. Да второй лазит. Ой, блин. Еще двое. Их трое, оказывается. Довольно дерзкие животные. Дали. Давайте подлечимся. Ну давай, иди сюда, животное. Иди сюда. Ну, собственно, и все. Такой легкий способ их убить. А вот в открытом поле, я так полагаю, проблем бы они нам доставили. Они, кстати, по-моему, больше не появляются. Сейчас душа. Так, ну и, собственно говоря, вон там, вон справа, ворота как раз ведут к Сифу. Ну, давайте сначала попробуем здесь... путь сокращения открыть. Я не хочу потом... Я не думаю, что я с первого раза убью его. Грибы. Вон там большие грибы. Там какой-то ящик лежит. По-моему, для кузнеца тоже что-то. Давайте поднимем. Блин, смотрите, как много... Ах, какие они толстые. Вы видите это? Большие грибы, блин, это вам не хухры, мухры. Обалдеть. Мне нужны доспехи прям серьезные, чтобы с ними драться. Ударом отнимают. Пусть здоров. Медленные, но толстые, бьют больно. Буйно, брателла. Буйно. Ну, собственно говоря, и нет грибов. Так, ну, золотая смола. Правда, его можно применять только на незаколдованное оружие. Зачарованный уголь. Да, это для кузнеца, я был прав. По-моему, это чтобы делать магическое, что ли, оружие. Тут можно будет сейчас купить ковенант кошачий. Тут будет кот. В основном ковенант, конечно, пвпшный. Но давайте вступим. Тогда нас лесные жители здесь больше трогать не будут. Ну, по крайней мере, в этом лесу конкретно. Так, привет. Да, я немножко попущу. Иначе пришлось бы он с теми со всеми драться, тоже неохота. Кошачье кольцо дали. Угу, есть такое дело. Ну что, поскольку мы вступили в ковенант, вот эта братва нас больше не трогает. Это хороший ковенант для пвпшников. Надевайте кольцо, которое вам дали. Вас призывают сюда, чтобы убить грешников. Правда, предупреждаю сразу, на низких уровнях намаетесь вы, ребята, намаетесь.
Да, с этой стороны ни шиша ведь не открывается. Вот зараза. Ой, ладно. Пойдем попробуем хотя бы. Попытаемся убить Сифа. Получится, не знаю. Но я думаю, попытаться стоит, пока серию мы не закончили. Чувствую, придется нам набрать 20 тысяч душ. Если придется, я, наверное, сделаю это без записи. Опять пробегусь по тем рыцарям. Там, как вы видели, за один простой проход убийство 4 рыцарей 10 тысяч дается. Душ, соответственно, 2 таких пробега по 5 минут. И все. И ключ будет наш. И мы короткий путь к костру откроем. У нас сейчас неполное количество, соответственно, фляжек. Так, я вот думаю, сейчас потяжелее одеть доспехи или все-таки помобильнее быть. Давайте все-таки помобильнее будем. Никаких таких особых свойств, он просто больно бьет. О. Так, ну давайте, что медлить? Увидите, узнаете сами все. Заодно попробуем свои силы. Есть у волка одна слабость. Ему нужно под пузо забегать. Так. Давайте, наверное, все-таки оденем что-нибудь потяжелее. 12. 8. Да, давайте эти доспехи оденем. Угу. И баланс у нас сразу повысился. И вообще. Волк, конечно, красивый. Один из самых красивых боссов. Он охраняет могилу Арториаса. Там очень красивая история идет. Я вам потом о ней обязательно расскажу. Даже с мечом Арториаса. Даже подражает ему в своих схватках. Ну, а сейчас вы все сами увидите. Ух, как бьет. Главное отдыхать, руки отдыхать. Угу. Вот и все. Давай, иди сюда. Помню, когда-то я пытался убить его на 27-м, по-моему, уровне. Я его убил, потратил 3 дня. Как сейчас примерно я вот убивал Арнеста из Смолга. Ну, мы сейчас немножко переросли его, я думаю, поэтому... Ох, как больно нас рубануло. Подлечимся. Сержант бог бережет. Вот, что-нибудь делает, а? Волк начинает прихрамывать. Его даже жалко. Там история очень красивая на самом деле. Вот и все. Кольцо Арториуса, душа Сифа. Кольцо Арториуса, кстати, нам очень нужно будет. Человечность. Здесь кольцо с шерстным. Но это мы все уже в следующей серии будем рассматривать. Вроде тут больше ничего не нужно, насколько я помню. Ладно, всем спасибо. Надеюсь, вам полезны мои советы, прохождение. И вам нравится моя игра. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем спасибо. Давайте, пока.